Фастфуд не просто вреден, он может быть смертельно опасным. Мороженое, которое продали Артему Куртину в ресторане быстрого питания, оказалось, по его словам, со стеклянной начинкой. Стекло прозрачное, его не видно, и молодой человек понял это только когда начал есть. Короче, заезжаю сегодня в Макдом и возьму свое любимое мороженое покушать. А мне знаете там что попалось? Стекло, просто это... Вы посмотрите, это, ну, как бы... Что это может быть? Это стекло. Если... Давайте, знаете, как сделаем? Вот здесь что-нибудь нацарапаем. Вот. Начинаю кушать и ощущаю, что какие-то, может быть, орешки попались. То есть, ну, ты понимаешь, что это весьма не орешки. Вытаскиваю, прям вижу два осколка. Понимаю, что это как минимум не должно находиться в мороженом. Возвращаюсь в Макдональдс к директору. Показываю ей. Она, наверное, первым делом, что сделала, это забрала их куда-то к себе, отнесла вместе с мороженым. Она мне предложила сделать новое мороженое или вернуть за него 100 рублей. Я как бы говорю, нет, спасибо, до свидания. Я понимаю, опять же, что судиться бесполезно и что-то доказать это очень трудно. Мы проверили все смеси, мы слили всю комбо-машину, полностью прекратили продажу после вашего обращения. Там мы народных предметов не нашли. Мы отправили претензию нашим поставщикам. В самом мороженом его могло вообще никак не быть, потому что там вот этот аппарат, в котором находится мороженое, это стекло просто элементарно раздробило бы, или оно не вылезло из этого кранчика, который вот они наливают в стакан. Соответственно, остается вариант только то, что он мог оказаться изначально в стакане, может, ну, разбили что-то, не углядели. Человеческий фактор никто не отменял, бывает такое. Я считаю, что обязан был хотя бы как минимум предупредить нижегородцев о том, что у нас вот бывают такие ситуации в городе. Претензию приняли, а мы проводим внутреннюю проверку, внутреннее расследование, ждем информацию, соответственно, как будет информация, дадим обратную связь. Откуда могли взяться стекла мороженого? Ну, я не могу вам ничего сказать, пока не будет проведено расследование. Предполагать это не нужно.